Второе. Очень важно, когда вы дома, не хотите поднимать пыль. И надо локально что-то убрать. Кухня. Ну, изумительно. Потому что, во-первых, вот такой вот нюанс. Щеточка и тут же совочек. Соответственно, если есть мусор, провели. И все, совочек убрали. Мусор. А самое главное, смотрите, друзья, крутится. Видите, в одну сторону и в другую сторону. Соответственно, если вам надо по уголкам пройти, да, вот подошли, раз, повернули, раз, сюда. И пошли сюда. Как удобно. Но есть один нюанс. Собирай только вперед. Потому что я захожу, у меня теща играется. Я говорю, мама, вперед. Ложись, а вперед идет. Не шагу назад. Помните, да? Вот. Собрали все быстренько. Без пыли, шума. И вся вот эта вот мусор. А водичка это для чего? Сейчас расскажу. Остается вот здесь вот. Соответственно, высыпали, закрыли, забыли. Пыли нет, мусора нет, все хорошо, все в одном. Это раз. Теперь, ну хочется еще...